Крамаренко, Россия. Please welcome Лала Крамаренко, Russia. Ну что ж, пожелаем удачи нашей Лалочке, дебютантке чемпионата мира. Она уже является трехкратной чемпионкой Европы. В прошлом году выигрывала золотые медали в упражнениях с мячом и лентой и стала чемпионкой Европы в комплексном зачете юниорской команды и групповых упражнений. Она также обладает титулом абсолютной чемпионки среди юниоров в течение 3 лет в России. Звучит сертаки, знаменитая греческая мелодия. А Лала выполняет свой роскошный поворот панше в кольцо. Молодец какая. Ой, я так испереживалась, прям даже не могу спокойно смотреть на это сложнейшее упражнение, где Лала просто демонстрирует потрясающие повороты на высоченном полупальце каждый шаг. Я думаю, ну еще немножечко. И очень греческая музыка, и не случайно она исполнила, сопровождалась истинно греческим ансамблем с солирующей бузукой, так что это сертаки, настоящие сертаки, очень здорово. Ирина Александровна провожает и встречает Лалу, обнимает ее, целует. Конечно, обеим приятно такое замечательное начало чемпионата мира. Для... Приветствуют зрители не только Лалу Крамаренко, но и Ирину Александровну Вейнарусманову, президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики, вице-президента Технического комитета по художественной гимнастике Международной Федерации гимнастики, героя труда Российской Федерации, заслуженного тренера и гостеприимную хозяйку этого великолепного дворца, где мы сейчас с вами находимся. Боже, 22 целых ровно. Вот такая оценка у Лалы Крамаренко. Мы поздравляем. Ну, это неслыханная оценка, на самом деле. Я просто в восторге от такой суммы. Но эта сумма абсолютно заслуженная, потому